Привет, YouTube. Очередные наши покатушки выходного дня. Покатаемся. Должно маршрут сегодня 100 километров у нас. Должно. У нас все получится сегодня. Правильно. С нами сегодня Скандик 600 АЦЕ. Ход 570. Что за модель? Беркет. А... Пикет, беркет, 100. 570. Так, Гирбис. Новенький, с коробочки. Первый выезд на нем. Вот такой красавец. Все блестит. Будем пробовать. Ну и Горе Полярис с нами. Не отстает. Уже попросил свои рюкзачки убрать к себе в кофры. Че, прокатимся сегодня? Ой, с удовольствием. Давно этого ждали. Попробуем. Начались первые поломки у нас. Ирбис решил никуда не ехать. Чё с ним? Подожди, а вот эта фишечка на что идет? Болтается? Ну, она, видишь, как тут болтается. Приехал, постоял. Тут меняли карбюраторы. Не, ну он же приехал. Ну как-то приехал. Как будто топливо не поступает. Подожди, тормоз не горит. Ну-ка, давай еще раз. Нет, горит. Ну, давай, нажми нормально, держи. Заебал. Пробуй. Он вот потух. Он не показывает, что нажат. Смотри еще раз. Нажат? Нажат. Сейчас нажат? Да. Нажат. О. Да? Да, да. Я был ближе к первый раз, когда дернул. Прям да, он начал схватываться. Горит? Горит, да. А зачем надо тормоз зажимать? Не уехал. А он на скорости, что ли? На скорости заводите? Он на нейтрале. А как он уедет на нейтрале? На поплавковой камере сколько бензина было. Осторожно, Эдик, у тебя что-то выпало. Можно заткнуть рукой фильтр, за бензином выпало. Грызнул? А? Грызнул. А
А что у тебя, как свечник снятый, скажи мне? А, ну это нормально так. Ну, заводится. Так искра там хорошая, она, ну, короче, 10 сантиметров свечи. Сама до свечи. Правильно ты сказал, искры нету? Вот в чем была проблема. А как он начал схватывать? Блин, а. Так я так крутанул, что аж там это. 25 дуга. Вольт, короче, полетел. Такая вот длина, да? Тесла у тебя поучился бы. Блин, а что? Как она могла так просто выпасть? Может, он чихнул? Это ты туда лазил? С рулем сильно не чихал? Так он же проехал, ты ж проехал. Ну я могу тебе сказать, так. Знаешь, прям вообще вот нету защелки, да, там просто трах туда и попал. Да, надо силиконовое изделие. Посмотри, колпачок. Надеть. Починили снегоход Ирбис. Едем дальше. Оказывается, просто провод слетел со свечи. Бывает. Остановились на перерывчик. Мне кажется, это карты вызывает. Дай. Вон там осталось. Дай. Кто-то едет. Можно не вставать? Что? А другие, ну, достань ту свечу, которую ты вытащил сейчас. Не, она, резьба срывается там. Резьба. Просто может быть какой-то... Я пробовал, у меня нифига не получалось. На Викинге такая же фигня была. Да пусть. Кусается, что ли? Да его надо руками. Да, да. Не, навернуть только вряд ли. Пробуй, по идее, должна. Если там резьбы нет на ней, то ты ни хера не сделаешь. Не, так возьми свечи. Резьба в самом этом скручивается. Так так и должно быть. Не, не должна быть так. Где целая резьба? Так на этой свече-то целая. Не, может здесь поновее резьба. Ничего не целое. Это беда. Такая беда. Да, беда. Нет, там в самом колпачке. Вот она. О, смотри, как что. Получилось. Резьба здесь получше, то, что новая, а на этой уже разъебана свеча. Ой. Свечку. Нет, зачем? Остужается. Холодильник положил. Вот, кстати, он ехал с места нормально смотреть. Даже получается, свеча перегревается. Надо калийное число побольше. И свеча чистая. Значит, смесь нормальная. Конечно, чисто ты ее помыл, как что. У тебя просто что это... Что там эти посетители? Или просто тут пробег только первый, тот... Ну? Смотри, какой изолятор чистый. Мне наоборот кажется, бедная смесь. Это свечки F7 RTC. У тебя пожёстче оделся колпачок? Не покупайте такие свечки. С них срывают колпачки. О, с полоборота. Зажигание под сброс газа. Куда я потом? Он уже у тебя не на наборе этого, в оборотах клопа. Это когда спускаешь. А я капот делаю. Капот у меня он был. И барашек тоже. Ты когда едешь и просто держишь, тоже клопа?
топором прорубили себе маршрут новый через заросший лес. Но у нас приключилась еще одна беда. Почему-то электростартер не работает. И ручка перестала работать. Разборки будем делать, Ром? Да, сейчас. Сейчас все разберем. Бензинчик достану со спичками. Починим и поедем дальше. Ну, лес, конечно, вот тут красивый. Ух ты, самый нужный инструмент. Этот вообще впустую ходит. Все дело было в чем? В бобине. Бобине. Так, эксперты, расскажите. В общем, дело такое. Попал провод питания стартера на тормозной диск. Его перетерло, и как выяснили эксперты. И замкнуло совсем, Вот он. Ага. Перетер. Ну, он прикатается там где-то дальше. Нет, вот оно место перетерло. Короче, вот он. Сейчас мы это дело быстро пошли. Так что, ребята, если у вас хрустит релюшка, значит, первым делом надо смотреть провод, который идет от релюшки к стартеру. Что-то с ним, значит, беда какая-то. Вот в полевых условиях определили. Сейчас поедем дальше. Ну, ручной все-таки надо перебирать. Ручной опять надо разбирать. Делать. Это не дело. Чуть-чуть уже осталось. Уже просветление, видать. Доехали до озера. Встретились с Эдиком. Пообедали. Сейчас поедем дальше. На гусянку встань, пригрузи ее. Ирбис X-Motor Edition. Легко. А вы говорите, Ирбис. Вот. И чё вы сюда приперлись? Так дрэк-рейсинг, смотри, красота.
Красота какая. Сейчас стартуем. Что первый бывает? Давайте на задней скорости, кто быстрее. А давай сейчас бревно привяжем. Килограмм так 200. И поедем. А можно на веревку кого-нибудь? Добрались мы до деревни под названием Сатыга. А это Сатыгинский туман. А это закат. А это отморозки какие-то. Давай, привет. Троицам привет. Ага. Радмиру привет. Радмир, ну чё, клюёт? Выехали в 10, приехали в 3. Докинг, что ли, или как это называется? Воу, полегче. Это чревато. Я в том году так же, короче, в снегоход положил и сам улетел. Он зацепился за налив. А мне ремень жалко. Сейчас ремни дорогие. Отвел душу. На бок лег, и эту херню нажал. А у меня бррррр, да вот не понял, блин. Херню нажал, отклопать. Короче, тут засада. Вот тут такие трубы. На них не спрыгнуть. А вот тут тонкий лед. Сейчас Рома провалился.
Пойдем сюда.